Я Паш Клименков. В основном работа деятельности я работаю в компании NVIDIA, в команде дат-платформы. Я там, скажем, chief data scientist. Некоторые из вас могут знать меня еще как человека, который делает Moscow Spark. Это серия митапов, а также сообщества, где мы обсуждаем применение технологии Apache Spark в продакшене, не только. Сегодня я вам буду рассказывать, естественно, про то, что происходит на GPU. В целом все более-менее понимают, да ничего, не то чтобы более-менее, а вообще понимают, что GPU — это про deep learning, про сетки, про вот это вот все. И до недавнего времени было не очень понятно, как бы зачем нужно GPU для обработки табличных данных, вообще нужно ли это или не нужно. Но вот я попытаюсь вам рассказать, что это нужно, а может быть и нет. По крайней мере, попытаюсь рассказать, как это можно сделать. Значит, в чем смысл всего этого мероприятия? Это более-менее какой-то усредненный, довольно обобщенный пайплайн того, как делается какая-нибудь аналитика, обычно предиктивная. И что получается? Вот там вот в зелененькие квадратики — это то, что входит в некое обобщенное понятие работы дата-сайентиста. И по большому счету вот эти вот три зеленых прямоугольника — это цикл проверки гипотезы. И вообще говоря, Data Scientist проверяет довольно много гипотез, и, вообще, и для того, чтобы проверять еще больше гипотез, было бы неплохо, чтобы каждая из них проверялась быстро. В целом, обучение всяких локальных моделей классических, которые работают на не очень больших датасетах, вопрос довольно решен на CPU, и какой-нибудь XGBoost там у вас учится там, несколько минут на более-менее вменяемом датасете. Проблема начинается в том, что вот до того, как в XGBoost мы запихаем какой-нибудь D-Matrix, этот D-Matrix, с ним его нужно построить, и он состоит из обычно довольно, вот эта вот зеленая первая часть, он состоит из довольно большого числа различных преобразований, которые, опять же, в общем случае делаются с помощью замечательного, любимого нами всеми Pandas. И все бы было хорошо, что, может быть, и Pandas не такой медленный, а модели учатся довольно быстро, но проблема заключается в том, что для того, чтобы вам более-менее получить какое-то качественное решение, вам нужно оптимизировать гиперпараметры. И вот это вот, ну, боль, потому что оптимизация гиперпараметров, вне зависимости от того, что именно вы используете для этого, байесовскую и не байесовскую оптимизацию, это всегда довольно много времени, много часов. Ну, наверное, у каждого была ситуация, при которой завтра нужно делать отчет по экспериментам, было бы неплохо подобрать оптимальные гиперпараметры, ты ставишь на ночь, приходишь, у тебя все сломалось. И вот тут мы получаем, что, понимаем, что даже если в нашем зеленом пайплайне мы получим ускорение на 10-20%, то в случае подбора гиперпараметров это ускорение на 10-20% будет мультиплицироваться в очень-очень большие числа. Однако в дальнейшем я попробую рассказать вам, что с помощью GPU можно получить ускорение не только в 10-20%, но и на порядок. Говорить я буду про проект Rapids. Кто слышал про Rapids? О, пару человек слышал про Rapids. Отлично. Значит, что такое Rapids? Rapids — это open-source проект, это важно. Он open-source, который на сегодняшний момент в основном разрабатывается инженерами NVIDIA. В силу определенных причин, потому что Rapids работает на GPU, а для того, чтобы программировать на GPU, вам нужно знать, как программировать на CUDA. Однако проект исключительно open-source, вся разработка проекта происходит на GitHub, туда же принимаются все заявки на фичи-реквесты и так далее. Из чего он состоит? Ну, понятно, что в основе всего этого лежит CUDA. CUDA — это модель программирования под GPU, а также набор библиотек для того, чтобы писать под GPU на разные языки. Сверху этого есть, собственно, набор компонентов Rapids. Первая часть QDF, которая удивительным образом расшифровывается как CUDA Data Frame. Вторая часть QML, CUDA Machine Learning. Третья часть QGraph, то есть анализ графов на CUDA. Основа всего этого является язык Python, то есть Rapids — это штука, которая
предоставляет вам интерфейс на языке Python. Внизу есть замечательный Apache Arrow, про который я чуть позже расскажу сбоку. Есть замечательный Dask, который позволяет вам считать, делать ваши вычисления распределенно. Более того, все это из-за того, что работает поверх Arrow, позволяет вам делать замечательные вещи в стиле обработать, делать предобработку на, с помощью QDF, а потом результаты относительно быстро запихать в какой-нибудь PyTorch и там обучить какую-нибудь замечательную нейросетку. Как начать работать с Rapids? Rapids, соответственно, входная точка на сайте rapids.ai. Там есть вот такой вот конфигуратор, который позволяет вам оптимальным образом подобрать способ установки Rapids. Основными способами установки являются Anaconda, Docker и сборка из исходников. Поддержка PIP-а раньше была, но сейчас ее выпилили в силу того, что поставить правильные версии всего, что связано с NVIDIA, это нетривиальная задача. Многие на этом этапе делают критические ошибки, типа поставили самую свежую версию CUDA 10.1, но при этом древнющий драйвер, который CUDA 10.1 не поддерживает, и потом идут на форум и говорят, а что мне не работает NVIDIA. Ну, она не работает в силу определенных причин. Поэтому рекомендуемый способ работы с Rapids является установка готового докер-контейнера, в котором идут самые свежие, ну, самые свежие версии всего NVIDIA-ного хозяйства, плюс, собственно, сам Rapids. Ну вот так же, как и у Pandas, у Rapids есть 10-2QDF. Вообще, ребят, которые разрабатывают Rapids, следуют идеологии, предоставьте API такой же, как у Pandas и у Scikit-Learn. То есть, по факту, в идеале ваш код на Pandas и на Scikit-Learn должен начать работать путем замены импорт Pandas SPD на импорт QDF SPD и импорт SKLearn на импорт QML SKLearn. На практике это, конечно же, не работает. Теперь, собственно, о чем бишь я? Вся история разработки на GPU заключается в том, чтобы делать вещи быстрее, чем это можно делать на GPU. О теоретических предпосылках того, что нас, и практических того, что нас ждет в скором будущем, я расскажу в самом конце лекции, так, лекции, выступления, поэтому дождитесь. Итак, начнем со следующего. Есть, там, я подготовил на основе доступных источников на GitHub некий group by benchmark, который позволяет измерять скорость группировки по различным срезам датафрейма. Он состоит из какого-то количества столбцов. Есть столбцы, в которых есть небольшое количество уникальных групп, которые состоят из большого количества элементов. Есть столбцы, где все происходит наоборот. Есть числовые столбцы, есть категориальные столбцы. И все это мы с вами будем бенчмаркать. При этом размер нашего датафрейма будет 10 миллионов. Это важная цифра, я расскажу про нее чуть позже, но она позволяет, собственно, понять, что вычисление на GPU имеет свою специфику. Собственно, для того, чтобы создать QDF на датафрейм, вы можете использовать метод fromPandas, передать туда пандасовский датафрейм и получить датафрейм, который будет работать на вашей GPU. Так, бенчмарк номер раз. Самый простой, мы агрегируем по одному столбцу, считаем один агрегат. Сверху Pandas, у которого 776 миллисекунд, снизу QDF, у которого 21 миллисекунды. Бенчмарк сделан с помощью таймета, то есть это три запуска по три лупа в каждом. Не то чтобы статистически значимый вывод, но в целом есть подозрение, что если добавить больше точек, то он будет статистически значимый и останется таким же. Бенчмарк номер два, когда мы группируем по двум разным столбцам и все еще считаем один агрегат. Здесь у Pandas совсем все плохо, это примерно 2 секунды, у QDF 37,5 миллисекунд. Бенчмарк номер три, агрегируем по одному столбцу, но при этом этот столбец ID3, у которого много малочисленных уникальных групп, считаем несколько агрегатов. Результат Pandas сверху, результат QDF снизу.
Собственно, в бенчмарке, который опубликован на GitHub, вы можете его скачать, проверить. Там есть еще какое-то количество испытаний, но в целом более-менее можете мне поверить, что в каждом из них QDF значительно быстрее, чем Pandas. Почему бенчмарк именно про группировки? Потому что группировки, во-первых, это рабочая лошадь любого аналитика, во-вторых, группировки очень клево реализуются на GPU, поэтому можно получить очень некислый прирост производительности. Однако скептический читатель и слушатель скажет: слушай, ну отлично, мы все знаем, что Pandas исключительно однопоточные, поэтому сколько бы ни было у тебя ядер, это как бы быстрее, чем в один поток, не получится считать. Но существует же Dask. Dask позволяет нам распараллелить наши датафреймы, производить вычисления в распределенном режиме. И да, правда, если вы вот в этих бенчмарках попытаетесь заменить Dask на Pandas, все будет работать чуть быстрее, но я вам покажу, насколько. И второе. Тот, кто знает, как работает QDF, понимает, что это single GPU solution. То есть это штука, которая работает на одной GPU. Отсюда все замечательные ограничения, которые вы получаете. Например, объем доступной вам GPU памяти. На самой большой по памяти NVIDIA на NVIDIA карте Quadro 8000 это GPU памяти 48 гигабайт. Так и что будет, если заменить Pandas на Dask? А будет строчка посередине. Мы там делаем вот сверху Dask-овский датафрейм и делим его на 8 партиций. Это значит, что Dask будет производить вычисления в 8 потоков на 8 ядрах. Ну и вот видите, что в целом это все, конечно, побыстрее, но явно не в 8 раз и явно не сильно быстрее, чем то, что показывает вычисление на GPU. Почему это происходит, описано по этой ссылке в официальной документации Dask. Dask по умолчанию использует thread-based scheduler, и при этом, так как Pandas написан без учета освобождения гила в питоне, вы получаете все эти замечательные нюансы, что любое многопоточное вычисление работает супер медленно. Вычисления на NumPy в Dask будут работать сильно быстрее, потому что NumPy делает гораздо более лучшую работу по высвобождению гила. Работы по правильному высвобождению гила в Pandas ведутся, поэтому все, скорее всего, будет лучше. Но вот этот вот результат, скорее всего, катастрофически большой и будет только расти. Другая замечательная штука заключается в том, что вот этот вот чувак, Мэтью Роклин, это лидер разработки Dask, примерно полтора года назад пришел работать в NVIDIA. И это означает, что в Rapid, в QDF появляется поддержка Dask, она там уже существует. И поэтому у вас решается вопрос с тем, что, например, ограничен объем одной GPU. Если у вас есть много GPU на разных машинках, вы можете использовать Dask QDF и получать в целом неограниченный объем вычислений, который делается распределенно. Теперь про QML. Суть QML заключается в том, что давайте возьмем все те классические алгоритмы машинного обучения, которые всегда обучались на CPU, и переведем их на GPU. В QML есть достаточно развесистая поддержка различных алгоритмов. Некоторые из них умеют работать мультинод, мульти-GPU, во многом благодаря Dask. Ну вот такое количество различных алгоритмов. Давайте я приведу какой-нибудь пример. В данном случае мы рассмотрим, как работает обучение случайных лесов в режиме single node мульти-GPU. Под single node здесь в этом бенчмарке будет подразумеваться машина DGX1. Это NVIDIA сервер, в котором стоит 8 видеокарточек Tesla V100. Они объединены специальной топологией, которая подразумевает использование NVLink, а не только лишь PCI-Express. Итак, что мы делаем? Первое, мы стартуем CUDA-кластер Dask-овский. Это делается вот такой вот незамысловатой командой. Мы стартуем 8 воркеров, потому что у нас в DGX 8 GPU-шек. При этом на каждом воркере будет работать N стримов. Это делается для максимальной утилизации GPU.
Дальше сгенерируем данные. В данном случае у нас будет генерироваться датасет из 1 миллиона записей с 20 различными фичами. Дальше, соответственно, мы конвертируем данные в QDF на DataFrame сначала, а потом из QDF на DataFrame раскидываем его на разные GPU-шки. Вот так все это выглядит в выводе команды NVIDIA SMI. То есть вы видите, что у нас здесь 8 тесел, каждая из которых загружена на 650 мегабайт. Тут возникнет вопрос. Слушай, кажется, мы генерируем всего 1 миллион записей и 20 фичей. Это не выглядит так, чтобы у тебя должно было быть занято 4, почти 5 гигабайт GPU памяти. Это правда. Происходит это потому, что аллоцирование памяти в GPU — это довольно накладный процесс, поэтому аллоцирование памяти делается блоками в пулах. И поэтому вот эта вот цифра, она завышена, и реальная утилизация, она сильно меньше. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если мы будем обучать Random Forest в scikit-learn, и если мы будем обучать Random Forest в QML. Итак, Random Forest, модель. Njobs минус один, это значит, что у нас будет использовано все ядра нашего сервера. Мы, собственно, обучаем модель, и это занимает у нас практически 2,5 минуты. Вот так выглядит утилизация ядер DGX, когда у нас учится Random Forest на 1 миллионе записей на 20 разных фичах. Теперь делаем то же самое для Random Forest на QML и получаем 2 секунды. То есть типа там разница у нас получается сколько? 120, 150, примерно в 70 раз. Я не смог сделать скриншот, собственно, NVIDIA SMI, потому что за 2 секунды я не могу нажать столько кнопок одновременно. Теперь давайте про accuracy. Если мы проверим accuracy, то у scikit-learn'овской модели она будет выше, у QML она будет ниже. Почему это происходит? Происходит это по одной простой причине, потому что во всех древесных алгоритмах, которые более-менее учатся на GPU, всегда используется не точный алгоритм нахождения сплита, а алгоритм нахождения сплита по гистограмме. Поэтому точность у древесных алгоритмов в QML будет ниже, чем точность в любой другой библиотеке, которая делает точный сплит. Однако, если вы будете увеличивать количество бинов, то и разница в точности будет сокращаться. Сам ноутбук доступен вот здесь, можете скачать и проверить на свои сами. Окей, это выглядит очень круто, все супер быстро, все офигенно работает. Есть ли проблемы? Проблем вагон. Во-первых, Rapid все еще супер нестабильный проект. Сейчас готовится версия 0.13, разработка Rapid ведется чуть больше года, и он все еще не готов для реального продуктивного использования. Особенно если мы говорим про Dask, потому что разработка Dask QDF стартовала еще позже. Вторая проблема. Портирование UDF-ок, а мы все с вами знаем, что более-менее реальный пайплайн обработки данных на Pandas, например, состоит из кастомных UDF-ок чуть менее чем полностью. Это очень сложно. Да, в Rapid есть автоджит из Numbe, который позволяет вам более-менее простые конструкции питоновские автоматически коды генерировать в CUDA. Однако, если у вас более-менее сложная UDF-ка, то вам придется пострадать для того, чтобы ее портировать. Третье. Вот это вот не совсем правда. В основном Rapid работает на GPU, и в случае, если вы, соответственно, обучили модель на GPU, то и инференс этой модели вам придется делать на GPU. Это уже не так, потому что, например, Random Forest можно инферить на CPU вполне себе легко. Кроме того, в QML есть отдельные модуль, который позволяет вам любую модель, которую можно сохранить в формате 3 Lite, инферить на GPU. И четвертое — это то, что нет автоматического управления памяти, и это происходит по очевидным причинам.
Что такое автоматическое управление памятью? Ну, в Pandas его тоже нет, но так как обычно системной памяти на тех машинах, в которых вы занимаетесь обработкой данных, довольно много, 128 гигабайт, 256, 1,5 терабайта, вы не видите особых проблем запихать туда довольно большой датасет. У GPU объем GPU памяти довольно ограниченный, и при этом, если вы не влезете в этот объем, то ваш CUDA kernel упадет, и вам придется все перезапускать заново. Эта штука более качественно работает в том же Spark, где за вас делается автоматический спиллинг на диске и так далее. Однако автоматического управления памяти нет, вам за ней придется следить. Но почему это происходит, разберем дальше. В конце я бы хотел немного прояснить ситуацию вообще с GPU, что это такое для тех, кто не особо в теме, почему они работают быстро, почему нет автоматического управления памяти и прочее такое. Следующий наш блок — это так называемый GPU Primer или GPU 101. Давайте сначала похолеворим насчет закона Мура. Значит, закон Мура в том или ином виде не исполняется уже года полтора. Те, кто не знает про закон Мура, это то, что каждые 18 месяцев количество транзисторов на чипе удваивается, поэтому каждые 18 месяцев ЦПУ растут в производительности в два раза. Это уже не так. Смотрите, здесь перечислены разные части железа, которые мы с вами так или иначе используем для того, чтобы делать аналитику. Сеть выросла в 40 раз по сравнению с 2010 годом, диски, производительность выросла в 40 раз по сравнению с 2010 годом, сеть с InfiniBand выросла в 40 раз по сравнению с 2010 годом, ЦПУ по сравнению с 2010 годом выросли только в 6 раз. Пропускная способность системной шины памяти выросла в 3 раза, производительность GPU по сравнению с 2010 годом выросла в 12 раз, вот это Tesla V100, и, соответственно, пропускная способность GPU памяти выросла в 6 раз. При этом, если в абсолютных цифрах посмотреть вот это и вот это число, будет понятно, что что-то здесь происходит не так. Некоторые скажут, это все круто, но кучу денег же стоит. Процессоры стоят копье, мы можем поставить кучу commodities серверов, горизонтально масштабируется и все такое, а ваши карточки стоят там дикие тысячи долларов, что нам с ними делать? Проблема в том, что это не так. Вот есть у нас NVIDIA карточка Tesla T4, это специальная карточка для инференса, и я взял и сравнил ее просто тупо по цене с каким-нибудь процессором, который я мог найти на Яндекс.Маркете по вот этой же самой стоимости. И мы видим, что по производительности, по пропускной способности шины данных и даже по энергопотреблению, привет, Грета Тунберг, GPU-то на самом деле не такие уж и плохие. Что? Не слышу. AMD? Ну, если кто-то хочет сравнить, пожалуйста, с AMD. Вообще вот эти выкрики про AMD я слышу постоянно, когда кому-нибудь рассказывает про NVIDIA видеокарты. Они довольно странные на мой вкус, но как бы мы можем похолеворить отдельно. Почему все происходит? Почему нам нужно, соответственно, есть какие-то проблемы с тем, чтобы разрабатывать под GPU, писать код под GPU и так далее? Смотрите, слева центральный процессор. У него есть какое-то количество небольшое арифметико-логических устройств, которые непосредственно делают плюсы, минусы, умножения и так далее. Есть модуль управления, который считает out of order execution, ветвление и прочее такое. Есть огромный кэш. И, собственно, есть системная память. Огромный кэш нужен для того, чтобы обеспечить локальность данных, то есть не пытаться читать из системной памяти, потому что, как вы видели на предыдущем слайде, системная память CPU не такая уж и большая. Вот так выглядит GPU. GPU выглядит супер тупо. То есть в нем есть огромное количество очень простых арифметико-логических устройств, которые умеют делать плюсы, минусы, умножения и прочие такие простые операции. Супер маленькие модули управления, супер маленький кэш и, собственно, GPU память. Отсюда становится понятно, что GPU — это суперспецифическое устройство, которое изначально предназначалось только для того, чтобы, если у вас матрица пикселей, вам нужно домножить ее на другую матрицу, чтобы ваша камера повернулась не вот так, а вот так. Это супер круто, потому что вы можете на каждом вот этом арифметическо-логическом устройстве считать один пиксель, но при этом делать это супер массово параллельно.
И отсюда же возникает проблема, она заключается в том, что для того, чтобы вот эта вот махина у вас эффективно считалась, вы должны загружать ее данными с той скоростью, с которой вот эта вот штука обрабатывается. Именно поэтому GPU-шина должна быть супер большой для того, чтобы кормить вот эти вот супер простые зеленые блоки данными с той скоростью, с которой они могут считать. И что из этого, какой из этого вывод? Первое — это то, что GPU-шина примерно в 7 раз шире, чем CPU-шная. Эти арифметико-логические устройства в GPU суперпростые по сравнению с тем, что происходит в CPU. И при этом GPU является периферийным устройством. Вы даже не сможете запустить код на GPU, если у вас нет центрального процессора. Но, и вот это самое печальное, GPU подсоединяется к центральному процессору через PCI-Express в большинстве случаев. И что из этого происходит? Почему основная мантра разработки на GPU, и в частности, когда вы будете работать с Rapids, если вы будете работать с Rapids, чтобы ваши памяти не покидали GPU, ваши данные не покидали память GPU? Смотрите, представьте, что у вас данные хранятся в системной памяти. Обмен данными между CPU и системной памятью 60 гигабайт в секунду. PCI-Express версии 4, это текущий стандарт, 16 линий. Обмен данными 32 гигабайта в секунду. Обмен данными между системной памятью GPU и арифметико-логическим устройством GPU 900 гигабайт в секунду в случае Tesla V100. То есть вот в этом месте вы проверяете 30 раз скорости, если вы начинаете копировать данные из системной памяти в GPU память. Хорошо, отлично, мы это узнали. Что делать на самом деле? Дай какие-нибудь нормальные рекомендации, что будет происходить, если я начну использовать Rapids. Рекомендации следующие. Первое. Данные не должны покидать GPU. Те, кто начинает утверждать, что мы купили ваши GPU, попробовали на них наш пайплайн, и у нас все работает, не работает быстрее, чем на CPU, вот это вот не делают. У них большая часть пайплайна работает на CPU, там, не знаю, какая-нибудь CV-шка, которая на CPU делает кучу всяких аугментаций, на GPU учит сетки. Вот поэтому не работает ваш пайплайн с той скоростью, с которой может работать GPU. Следующее. Вы получите буст в производительности только если ваш датасет реально большой. Помните, что в бенчмарке группировок мы использовали 10 миллионов строк? Это не случайно. Если мы опустим до 1 000 000 строк, а тем более до 100 тысяч строк, то тогда Pandas будет работать с той же производительностью, что и QDF. Это происходит ровно по одной простой причине, что вот здесь вот арифметико-логические устройства стоят и курят, когда же к ним придут какие-нибудь данные, которые они могут обработать. Третье, что и вытекает из первого пункта. Используйте форматы, которые работают, которые совместимы с Apache Arrow. Apache Arrow — это вообще священный грааль аналитики, который был изобретен, слава богу, не так давно, но уже начинает набирать обороты. Это специальный формат хранения колоночного хранения в памяти. Он позволяет вам очень быстро копировать объекты из одного процесса в другой процесс. Из Pandas в PyTorch, из Pandas в TensorFlow, из QDF в PyTorch, куда угодно. Поэтому вы должны использовать в качестве внешнего хранилища форматы, которые работают с Apache Arrow, например, Parquet. Четвертое, что опять следует из первого. Имейте в виду, что если вы имеете возможность не копировать данные через CPU, например, ваши данные приходят по сети, а вам нужно их обработать в GPU, имейте в виду, что существуют способы обходиться, не использовать вот эту вот петлю через CPU, например, с помощью GPU Direct Storage. И последнее. Знаете, что все, что исполняется на GPU, написано с помощью фреймворка CUDA. И CUDA — это не то, к чему вы привыкли. Программирование на CUDA — это реально… Оно рвет мозг, срывает покровы, изменяет шаблоны. И поэтому, если уж вам приспичит делать вычисления на GPU, имейте в виду, что рано или поздно, скорее рано, вам станет больно. Но знайте, что после того, как вам станет больно, вам станет супер приятно от того, что все это работает супер быстро, и вы сэкономили достаточное количество денег. Опять выкрики про то, что супердорогие GPU принимаются, можем обсудить их в кулуарах.
Я закончил. Вот список ссылок, которые могут вам понравиться для того, что понадобится для того, чтобы начать работать с Rapids. Особенно вот эти вот, потому что ODS Community супер любит Kaggle. На Kaggle ребята тоже используют Rapids и даже входят в всякие призовые места. У меня все. Готов, открыт. Спрашивайте, задавайте. Время вопросов. В торче есть в даталоудере такой параметр pin memory. Его можно поставить true. Что он делает? Повтори, пожалуйста, вопрос. Что такое pin memory? Хороший вопрос. Я что-то не могу на него ответить, если честно. Ты можешь отомстить, он следующий спикер, ты тоже сможешь задать вопрос. Я просто не знаю реально. Но можно погуглить и потом это совместно разобраться, что это такое. Окей, еще вопросы? Кто там выкрикивал про AMD? Выкрикни в микрофон. Слабо, да? Не, я не на слабо беру, я честно люблю конструктивную критику. Ну, чтобы... Да, все, я увидел. Спасибо за слово. Вопрос был про сравнение не с интеловскими процессорами, а с AMD-шными. У них сейчас тоже интересные технологии, те же Threadripper на 48 ядер. Они стоят дешевле, то есть... раза в два, в три по сравнению с проведенными характеристиками, и тоже достаточно неплохие. И так как это КПУшная технология, там есть другие фичи, о которых вы как раз и говорили, которые отсутствуют в ГПУ. Почему не идет полное сравнение с текущими технологиями, а только вот такое точечное? В принципе, все. Да, смотри, ответ на этот вопрос примерно следующий. Если мы сейчас говорим о какой-нибудь практической применимости вычисления на ГПУ, то это всегда NVIDIA карты, потому что весь код написан на CUDE. То есть в TensorFlow, например, нет бэкэнда на OpenCL, который AMD-шный. В Rapids нет бэкэнда на OpenCL. И вообще нет практически ничего, что написано на OpenCL. Поэтому если мы говорим про что-то практически применимое на AMD-шных графических процессорах, кроме, собственно, рендеринга видео, то тут невозможно сравнить, потому что даже нет инструментов, чтобы это сравнить. А, хотите, я вам тайну приоткрою, если кто не знает? Вы знаете, что CEO AMD — это племянница генерального директора NVIDIA? Самая полезная часть моего выступления. Еще вопросы? Кто кому брат, кто кому сват? Окей. Вопросов нет? Вопросов вижу. Вижу. Да, еще, в принципе, у Intel, по-моему, есть какие-то разработки, ну, я как бы не разбираюсь особо, на тему ускорения вот всяких библиотек в том числе и на тему того, что можно DL делать на интеловских процессорах. И при этом они работают, ну, вроде как не хуже, чем ГПУшки. Вот на эту тему какие-то комментарии. Да, спасибо. Смотри, фреймворки для того, чтобы делать deep learning на интеловских процессорах, естественно, существует, их миллион. Один из них, например, BigDL. Сравнение, смотри, мы очень давно и очень с небольшим нетерпением ждем, когда выйдет Nirvana. Вот у Nirvana постоянно интеловские текут какие-то удочки по поводу того, что Nirvana имеет производительность как NVIDIA ГПУшки, стоит меньше и прочее такое. Но когда она будет, тогда и посмотрим. Пока как бы, ну, как бы честного сравнения NVIDIA ГПУшек с Intel'ами делать довольно бессмысленно, потому что не существует ничего, что теоретически имеет столько же гигафлопсов вычислений, сколько NVIDIA ГПУ. Ответ такой. Окей. Вопрос. Последний. Последний вопрос уже был. Давайте еще раз поблагодарим.